Когда он только поехал, я его так обнял. Я ни одного мужика в жизни так не обнимал и не буду больше обнимать. Ну, реально было страшно. Я долго ездил один, без пассажиров. Но я вам скажу, это огромное удовольствие ехать с пассажиром. Кто-то видит, как ты классно водишь мотоцикл. Это тоже приятные эмоции, как бы, да, ну, в меру. То есть ты стараешься аккуратно, с уважением относиться к своему пассажиру, но, тем не менее, все равно ты едешь классно. Всем привет! С вами Филипп Захаров, канал «Усадьба 4 сезона». Сегодня мы продолжим нашу мото-тему. Сегодня будет видео называться «Езда вторым номером» или «Езда со вторым номером». Переводя на автомобильный язык, это езда на мотоцикле с пассажиром. Это особенная такая тема. Дело в том, что там тоже есть и психология, и безопасность, и мы сейчас все это обсудим. Первое, что хочу сказать, частая очень ситуация, когда ты едешь на мотоцикле, у тебя один шлем, и вдруг тебя кто-то просит или подвести, или прокатить, или покатать. Особенно если это какая-то, может быть, красивая девушка, то хочется, да, что-то, может быть, прокатить и как-то себя проявить. Ни в коем случае. Если один шлем, то один человек едет на мотоцикле. Бывают еще такие случаи, когда мотоциклист там думает, что он Д'Артаньян, и берет свой шлем, отдает пассажиру. Это еще хуже, потому что тебе прилетит какой-то камушек или песочек в глаз. Ну, могут быть последствия очень негативные, скажем так, да? Поэтому важнейший фактор безопасности – второй номер все-таки должен быть тоже экипирован. Желательно вообще заранее подготовиться и быть и с одеждой, и в правильной обуви. Но про экипировку это будет, наверное, отдельное видео. Это вообще очень спорная тема. Вот, поэтому отдельно снимем или в каком-то из видео упомянем. Про второй номер вы поняли, да, ребята? Без шлема никогда никого не сажать. Ну, это мое мнение, и я думаю, что очень многие с этим согласятся. Если согласны, ставьте лайк этому видео. Теперь второй вопрос – это психология. Да? Дело в том, что когда ты едешь один на мотоцикле, ты уже привык, ты в каком-то своем режиме, тебе не надо никому ничего доказывать, не надо хвастаться и так далее. Когда у тебя садится сзади, особенно если ты девушка, у мужчины возникает такое желание как-то себя показать, да, там распушить хвост. Сейчас аналогия с нашими птицами, да, но тем не менее. И это влияет негативно, потому что когда ты хочешь, ну, выпендриться, да, так, таким, скажем, словом цензурным, и начинается, значит, переход каких-то скоростей или маневров, или какие-то парящие моменты, вот этого не надо. Надо ехать в своем режиме. Вот как ты ездишь, вот так дальше и едь. Со вторым номером я, вот, честно говоря, долго не ездил, да. Я считал, что нужен опыт, и достаточно долго этот опыт набирался. Когда сел со вторым номером, оказался достаточно легко. Он, в принципе, там тебе не мешает. Ну, ногами немножко иногда там сжимают сзади, когда очень страшно. Вот, или очень быстро мы тормозим. Вот, но, тем не менее, это, в принципе, в плане самой езды, это достаточно безопасно, это не влияет на качество езды, на качество маневров, то есть можно также ехать. Если кто-то не ездил, ну, или кто-то хочет вторым номером поехать, то, в принципе, знаете, что это вот именно в самой механике и физике процесса это не очень сложно. Момент такой, пилот всегда должен понимать, вот даже на машине мы когда ездим, да, вот были, наверное, у многих такие случаи, когда сидишь пассажиром и жмешь на педали. Всегда пассажиру страшнее, чем пилоту, потому что он ничего не контролирует. А на мотоцикле это вдвойне страшнее, потому что пассажир сидит выше, а он немножечко в таком состоянии, как бы приподнятом. У меня был случай, когда мы учились на мотоцикле ездить. И инструктор говорит, сейчас я тебе покажу некоторые какие-то моменты, как надо управлять, садись сзади. Ну, я сел сзади, у нас был такой полуспортивный какой-то мотоцикл, я уже не помню, ну, небольшой кубатуры. И он мне говорит, ты, говорит, меня руками обними и ногами сожми. Я думаю, да ладно, мужика сейчас буду ногами сжимать, нахрен ты мне нужен, так все увижу. Короче, я сел, так за ручки взялся. Когда он только поехал, я его так обнял, я ни одного мужика в жизни так не обнимал и не буду больше обнимать. Но я его просто и руками, и ногами, я с ним слился вообще. То есть, ну, реально было страшно. А особенно, наверное, первый раз. Может быть, если бы там второй, третий раз, я, может быть, уже я понимал, как бы, эту опасность. Но, тем не менее, ребят, кто первым номером едет, помните, что если особенно первый раз с вами человек сзади, конечно, ему будет страшно. И пожалеете своего пассажира. Сразу не надо им показывать все свои навыки, все свои способности и так далее. Теперь хотел бы особо заострить внимание на правила для пассажиров. Я думаю, что на самом деле много людей уже такую информацию знают, но лишний раз повторить для безопасности не помешает. Очень частая ошибка, особенно у новичков, когда мы мотоцикл закладываем, то пассажиру хочется соблюдать баланс, и он пытается откренивать в другую сторону. Вот этого делать нельзя, потому что это как раз ломает физику управления мотоциклом. То есть, если мотоцикл закладывается, ну, в какую-то сторону, да, на повороте, и пилот закладывается, то и пассажир должен также просто спокойно вместе с мотоциклом уйти в эту же сторону. Но я думаю, это все знают, но тем не менее лучше я скажу, чем не скажу. Конечно, ребята, которые, ну, специалисты, кто хорошо, классно катается, может быть, ну, с улыбкой на все это посмотрят, но я думаю, что это видео будет полезно для тех, кто, может быть, только начинает или задумывается о покупке мотоцикла, езде на мотоцикле и так далее. Отдельно
Хочу сказать такой момент вот для девчонок, да, будьте очень осторожны, выбирайте, с кем ехать, потому что, конечно, ребята бывают огненные, горячие, и особенно в 20 лет, ну, лучше не ездить вообще вторым номером, потому что все равно они захотят вам показать, какие они самцы, какие они просто гонщики по жизни, и это становится опасно и для пилота, и для пассажира. Через все видео будет проходить эта нить безопасности, я считаю, это самое важное во всех этих видео. Дальше про поведение пассажира, да, такой момент, не надо размахивать руками, да, потому что бывает, допустим, человек хочет тебе что-то показать, там, направо, налево, у пилота что-то появляется резко вот с этой стороны, как у лошади, короче, да, кстати, к лошади тоже нельзя сбоку подходить. У меня был такой случай, там, раз, и ты не понимаешь, мне в какой-то момент показалось, что какая-то машина приближается или еще что-то, это немножко выбивает из колеи, вот так делать не надо. И такой важный момент для второго номера, все-таки он должен тоже смотреть за дорогой обязательно, не надо там балдеть или закрывать глаза. Мы с женой ехали тут недавно, говорит, я закрывал глаза в сложный момент, я говорю, да не надо так делать, на самом деле. Нужно, конечно, видеть, что происходит на дороге. Бывает момент, когда надо затормозить. И в этот момент, если пассажир не готов, то он тебе просто головой бьет сзади в шлем. Своим шлемом, ну, у нас же голову становится больше, у меня больше, у него больше, и он просто тебя бьет. И это тоже, как бы, ну, и, во-первых, неприятно, и, во-вторых, может помешать в какой-то момент. Поэтому вот работа пассажира – не бить головой пилота, это важно. Ну, посадку на мотоцикле мы не будем рассказывать, потому что мотоциклы все разные. Где-то нужно обнимать ногами, где-то можно держаться, где-то можно вообще балдеть, музыку слушать. Это, как бы, такая тема, ну, не для обсуждения, скажем так, да. И давайте такой еще момент, вот уже про пилота я скажу. Вот я вам уже сказал вначале, что я долго ездил один, без пассажира. Вот. Но я вам скажу, это огромное удовольствие ехать с пассажиром. Ну вот я для себя такой вывод сделал. Действительно, во-первых, ты чувствуешь единение с другим человеком. Это очень круто. Это очень, вы вместе на этой планете, вы свободны. Это очень круто. Это реально большое удовольствие. А потом кто-то видит, как ты классно водишь мотоцикл. Это тоже приятные эмоции, как бы, да, ну, в меру. То есть ты стараешься аккуратно, с уважением относиться к своему пассажиру, но, тем не менее, все равно ты едешь классно. И это, ну, это тоже очень приятно. Поэтому езда с пассажиром – это классная тема. Про нее не надо забывать. И даже если мы уже много ездим на мотоцикле, то с пассажиром тоже прикольно, он тебе не мешает, это не балласт. Это человек с тобой одного духа, и это очень круто. Филипп, есть такие ситуации, когда вот я видел, мотоциклист стоит на светофоре, и он, получается, не может же баланс держать. Вот. Ну, ноги выставляешь. Ноги выставляешь. Да. Пассажиру надо выставлять ноги? Не-не-не, пассажир вообще залез туда сзади и сидит. И даже когда приехал, допустим, ну, на заправку встал, допустим, на подножку, я слез, а пассажир остался. Зачем ему слезать? Он там и сидит, как на кресле. Хотя это вот на моем мотоцикле. Может быть, на других мотоциклах по-другому. Ребят, пишите в комментариях, как там у вас на спортах, я не знаю, если честно. В аварийных случаях пассажир больше в опасности? Это вообще, ты знаешь, непредсказуемо. К сожалению, ну, в аварийных ситуациях страдают все. Есть такой момент, что если ты падаешь, то нужно упасть сзади мотоцикла, мотоцикл тяжелей, и он должен улететь вперед. Просто я не падал ни разу. И у меня такого опыта нет, поэтому я не буду про это рассказывать. Да? Давайте не будем эту тему такую особо педалировать. Все-таки видео у нас не для того, чтобы запугать, а для того, чтобы, наоборот, открыть глаза. Самый главный вопрос, на самом деле, был, ты ответил, то, что про физику. То есть это же лишняя масса у тебя сзади. Вот я же со своей точки зрения смотрю, да, там, допустим, я вот вешу там 80, у меня жена там весит 55. И, в принципе, у меня получается на мотоцикле 130 килограмм. Это не так много. Конечно, наверное, если я тебя посажу 100 килограмм сзади, да, может быть, в середине видео я неправильно сказал, что это легко и непринужденно будет. Наверное, это повлияет каким-то образом, да. Поэтому, когда вы только посадили пассажира, особенно если первый раз в жизни, вообще надо понять, чем он дышит сзади, да, как он там не боится, не, сейчас не будет он вас заваливать в какую-то сторону, посмотреть, как его вес влияет на управление мотоциклом. То есть спокойно, ну пусть это будет чуть-чуть медленнее, чем обычно, пусть вас кто-то будет обгонять. Ничего страшного в этом нет, лучше немножечко привыкнуть, адаптироваться и потом уже ехать спокойно, с удовольствием. Тогда это будет безопасно, незабываемо. И вы влюбитесь в мотоцикл так же, как я в свое время влюбился, вот уже 9 лет. Не могу по-другому представить себе, как вообще передвигаться летом по городу. На этом мы будем видео заканчивать. Я благодарю вас за просмотр. Как обычно, кому интересна наша тема про усадьбу, вы можете переходить по ссылке в описании, смотреть нас в Инстаграме, смотреть наш сайт. Кому интересно приехать в гости на несколько дней, отдохнуть. Но, в принципе, вот это видео, оно было все-таки больше про мотоцикл, а не про усадьбу. Всем спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч.